Добрый день, уважаемые земляки. Более 30 лет в Ульяновске существует музей Всемирской чувашской школы, квартира Ивана Яковлевича Яковлева, который входит в музей Родины Ленина. У нас в гостях сегодня методист этого музея Литвинова Нина Владимировна. Добрый день. Добрый день, Нина Владимировна. Добрый день. Вот вы уже работаете 17 лет, если не ошибаюсь. 18-й год пошел, да. Вы многое знаете и сегодня нам расскажете. Вот что такое это музей-заповедник Родины Владимира Ленина, куда входит музей Яковлева? Ну, правильно, что музей Симбирской чувашской школы, квартира Ивана Яковлевича Яковлева, входит в состав музей-заповедника Родины Владимира Ильича Ленина. Это такая территория, такой градостроительно-ландшафтный комплекс, который в своих границах объединяет исторические, архитектурные и мемориальные памятники города Симбирска-Ульяновска. Но памятник — это в понятии здания, исторические здания. И, конечно, вот функции музея-заповедника — это сохранить, реставрировать, воссоздать, а также современными музейными средствами представить облик нашего города конца XIX – начала XX веков. И вот в настоящее время в состав музея-заповедника входят 17 музеев, плюс выставочный зал на Покровской, детский музейный центр и научно-исследовательский комплекс. И музеи все очень разнообразные, каждый музей неповторим, но вот когда они все вместе, и когда житель нашего города или гости нашего города попадают вот в эту среду необычную, то у гостей и жителей нашего города, современников, создается вот та картина города Симбирска, которая была, конечно, вот в конце 19-го, начало 20-х веков. И уже наши современники могут не просто быть молчаливыми такими вот слушателями, посетителями музеев, а стать полноправными участниками, потому что они ощущают и ритм города, и вообще атмосферу этого города. Ну, как это понять? Например, придут они в музей «Мелочная лавка» и почувствуют себя покупателями. Увидят, какие товары продавались в то время в городе Симбирске. Придут в музей «Симбирская фотография» и станут уже действительно вот посетителями этого фотографического павильона. Ну, это, так можно, да, рассказать про каждый музей. Это огромный комплекс, правильно, да. Ну, сейчас поговорим тогда о музее Яковлева. Да. Как он создавался, когда создавался, с какой целью? Ну вот как раз музей Симбирской чувашской школы, он стал вторым музеем, который открылся в составе музея-заповедника Родины Ленина. Это был 1991 год. И, конечно, так как территория комплекса бывшей Симбирской чувашской учительской школы очень большая, то он действительно, это вот реставрация этих зданий была очень сложной. И вот, как говорил бывший директор нашего музея-заповедника, к сожалению, уже ушедший из жизни Александр Николаевич Зубов, что вообще у зданий есть два врага. Это люди и время. Время. И, конечно, время, ну, много сделало плачевного по отношению к комплексу Симбирско-Чувашской учительской школы. Ну и потом здания очень долгое время не эксплуатировались, то есть там почти никого не было. Правильно. И поэтому, конечно, здания пострадали. И у нас вот сохранились фотографии в фондах музея-заповедника Родина Ленина, где мы видим, вот как выглядел комплекс, здание комплекса до реставрации. Была проделана огромнейшая работа, это было в течение нескольких лет, и в результате были реконструированы здания комплекса, их было 6, и при этом были еще воссозданы те, которые уже были утрачены, их нужно было заново восстанавливать. Вот такая интересная история. Ну а в бывшем здании, так называемом верхнем корпусе, где когда-то находилась квартира семьи Ивана Яковлевича Яковлева, основателя школы, был открыт музей. Это на третьем этаже. Он занимал часть третьего этажа, то есть не все здание школьное, а часть третьего этажа. Потому что многие, когда к нам приходят, думают, что он все здание занимал. Нет, это была квартира при школе. Это пристрой, по-моему, да? Потом. Ну, это да, это как раз вот третий этаж, это деревянный пристрой. И вот в нем находилась квартира Ивана Яковлевича Яковлева. Вот она была воссоздана в 1991 году. Но она была воссоздана не вся. Было открыто только 2-3 комнаты. И, конечно, так как мы знаем, что Яковлевы в 1922 году из города Симбирска уехали, вынуждены были уехать, поэтому в Симбирске ничего не сохранилось. И вот нужно было сотрудникам
музей-заповедника в целом и уже сотрудникам самого музея Симбирско-Чувашской учительской школы нужно было находить фотографии, связываться с архивами, с потомками. Именно потомки, вот внуки Яковлевых очень много помогали при создании музея. И у нас опять же в фондах музея-заповедника сохранились те самые письма, переписка, которая велась между ними и сотрудниками. Это как что стояло, где что находилось, как были окрашены стены, полы, все-все до мелочей вот находится в этих письмах. Тогда еще не было интернета, писали вручную, поэтому вот эти письма рукописные, они сохранились, конечно, очень ценные. И так шаг за шагом в итоге уже была воссоздана вся квартира, все, правда, 5 комнат, а вот 6-я, она посвящена потомкам Ивана Яковлевича Яковлева. Они не стали воссоздавать вот такую жилую обстановку, но она тоже такую, в общем-то, функцию такую ценную занимает, то есть в ней воссоздана вот экспозиция, посвященная потомкам Яковлева. Поэтому музей сейчас полностью, можно сказать, так вот уже полностью собран, полностью весь укомплектован, потому что в 2010 году вот экспозиция, посвященная потомкам, она была немножечко изменена, и как раз вот на эту встречу приезжали сами потомки Яковлева, это правнуки Владимир Селович Павлов и Лидия Дмитриевна Некрасова, и плюс еще праправнучка, это Любовь Михайловна Ордынская. Вот у нас 3 таких знаменитых потомка были в музее. В 2015 году в музее была открыта экспозиция «История Симбирско-Чувашской учительской школы», потому что до 2015 года была только вот воссоздана квартира. Это тоже очень важный такой момент, потому что ну, рассказывать о школе, не имея документальную экспозицию, ну, было бы как бы правильно, неправильно. Да. Вот. Вот такая вот работа. Вот, а, в 2013 году вы какую премию получили? Вот, участвовали в конкурсе где-то? Да. Знаете, вот в 2013 году наш музей Симбирско-Чувашской школы стал лауреатом премии «Александр Невский». Что это такое? Это такой открытый творческий конкурс, который поддерживает интерес наших соотечественников к музейным и литературным проектам, которые рассказывают о деяниях каких-то известных личностей во славу России. И так как 2013 год был юбилейным для нашего музея, потому что это был очередной юбилей Ивана Яковлевича Яковлева, 165 лет со дня его рождения, то наш музей представил как бы на суд жюри вот этого конкурса такой проект с названием «С любовью и верой». И вот в этот проект вошли несколько юбилейных мероприятий. Среди них была презентация экскурсии городской, которая называлась «Иван Яковлевич Яковлев. Судьба и город». Презентовал эту экскурсию музей-заповедник. На ней побывали и жители нашего города, и журналисты. То есть мы участников этой экскурсии провели, и они проехались на автобусе по тем местам, которые связаны в городе Симбирске с именем Яковлева. Другое мероприятие – это была выставка с документами, посвященная Ивану Яковлевичу Яковлеву. Это было мероприятие традиционной встречи выпускников педагогического училища имени Яковлева. Так, это в апреле у нас проходит? Да, ежедневно традиционная встреча в конце апреля, последняя суббота, если, конечно, они совпадают с Пасхой. А так всегда традиционная последняя суббота апреля. То есть вот это несколько мероприятий вошли вот, в этот проект. Хочу сказать, что мы горды тем, что 90 музейных проектов были представлены на конкурс со всей нашей страны. И вот музей наш, его выбрали, он стал лауреатом специальной премии «Земляки». Вот, и он, конечно, был оценен, и награждение вот, лауреатов проходит обычно в Петербурге. Вот, в Петербурге нам была вот, вручена вот эта вот специальная премия. Это всероссийский уровень у нас. Да, то есть, конечно. Да, молодцы. И, да, еще хочу сказать, что вот в том году был юбилей нашего музея 30 лет. Следующий год ожидается юбилейный, так как опять очередная годовщина со дня рождения Яковлева, 175 лет ему и 155 лет Симбирско-Чувашской учительской школе. И вот наш директор, директор нашего заповедника Геннадий Нукотова говорит такие слова, что личность Яковлева сегодня ну, приобретает огромное значение. Все то, что он делал, как он говорил, как мыслил, все это сейчас очень актуально и современно. А его духовное завещание, составленное им в 1921 году, не устаревает с каждым годом, а наоборот, с каждым годом приосмысливается.
И вот я сейчас заговорила духовное завещание. Почему? Потому что вот как раз на этом конкурсе, на премии Александр Невский, председатель правления писателей Союза России Ганичев Валерий Николаевич, но опять, к сожалению, ныне уже покойный, в 2018 году не стало, он познакомился с текстом этого духовного завещания впервые. Вот когда мы эти документы вот этого проекта, да, представили, он познакомился. Он, конечно, был поражен. Он говорит, я раскрыл для себя просто вот текст этого духовного завещания, был вот поражен и очень его оценил. Вот такой интересный факт. Он просто раньше не знал? Ну да, тоже не знал, а так как ему пришлось ознакомиться, что это за Яковлев, да, что с ним связано, и вот он с этим текстом познакомился. Тоже такой вот интересный момент. Да. Ну, молодцы, работаете, значит, работа ведется. Ведем, да, да, ведем работу. А в прошлом, в этом году, в 2022 году у нас, ну, вот, какой фонд там? Да, еще, ну вот, во-первых, в этом году, 2 октября, будет юбилей, будет день рождения музея-заповедника Родины Ленина. Это он был основан в 1984 году, и, конечно, опять же будем говорить о том, что музей-заповедник тоже сделал, и что будет. И хочу сказать, что вот в этом году музей-заповедник выиграл грант. Это грант «Фонд истории Отечества». И проект, который был представлен, он называется так: «Человек в пучине гражданской войны». Что это такое? То есть это создание видеосюжетов. Участники видеосюжетов – это личности, которые жили в нашем городе Симбирске и были свидетелями тех событий гражданской войны, что у нас происходило. Среди них и Федор Осипович Левчак, это наш архитектор, это преподаватели и студенты Симбирской классической гимназии, Александр Владимирович Жиркевич, известная личность, которая тоже очень связана с Яковлевым, это коллекционер, поэт, он стал свидетелем последних лет жизни в Симбирске и записал все его воспоминания, на основе которых вышла книга воспоминаний Яковлева. Это сделал Александр Владимирович Жиркевич. И сам чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев. Это вот все участники этих видеосюжетов. И зрителям этих видеосюжетов, которые посмотрят их, они выйдут очень скоро, уже в октябре, сейчас такая финишная, уже такая прямая, вот, они впервые увидят на сайте музея-заповедника Родины Ленина, вот на портале «Правды», на портале «Культура Российской Федерации», если все видеосюжеты будут показаны. И вот если касаясь Яковлева, то мы увидим именно то время, вот 19-20-е годы, когда Иван Яковлевич Яковлев по доносам, ну, учеников Симбирской и Чувашской школы, не всех, конечно, это была такая, да, конечно, не всех. Там отдельные личности. Да, да, отдельные личности, которые писали на него доносы, и на основе этих доносов в чрезвычайной комиссии были заведены дела на Яковлева. И он по несколько раз, по несколько дней и часов находился в ЧК, отвечал на вопросы, и вот все это будет воссоздано. То есть вот мы как раз увидим и услышим все эти диалоги между следователями Яковлевым, увидим эти документы, которые нам предоставил архив ФСБ. Вот все это будет показано. Ну, я думаю, что многим это будет очень интересно. Это очень интересно. Да. Мы не знали. Вроде бы много знаем о Яковлеве, а вот еще новые факты. Еще. Ну да, нужно его читать и читать, в общем-то, да, не перечитать. Да, вот, как вы сказали, одно духовное завещание чего стоит? Там, какие слова там? Ну, как бы вот бросок будущего, скажем вот так. Ну, конечно. Вот, любите Россию, и она будет вам матерью. Еще там слова. Конечно, вот эти слова все очень важны. Там каждое слово, которое начинаешь читать, оно ему придаешь особое значение, когда тем более, ну, какие-то сложные обстановки у нас в стране, например, бывают, то просто действительно переосмысливаешь каждое слово. Вот это отношение к семье, потому что без семьи, в общем, как он пишет, не будет основы государства. Это отношение к любому делу. Отношение к любому делу, как он говорил, что даже самое малое дело, которое выполнено с любовью, оно будет осветлено вот этим отношением. А самое большое дело, если ты его делаешь нечестно и недобросовестно, то оно просто обесславится. И вообще сама личность Яковлева, тоже хочется сказать, что ведь есть очень много воспоминаний о самом Яковлеве, воспоминаний преподавателей, и выпускников школы, и вот всегда во всех воспоминаниях вот память о нем, как о человеке вот железной волей, огромной энергией, он никогда не разбрасывался по сторонам, у него была четкая цель. Вот с самого начала, как вот он только поступил в Симбирскую классическую гимназию, вот этот чуваш, поступивший в гимназию, и он много лет следовал к этой цели. И вот благодаря этому результаты вот этой деятельности, они видны, все об этом говорят. Именно поэтому он этого достиг. А потом работал он при разных властях, да, вот открыл он школу в 1868 году, еще при Александре II. Потом сменилась власть, пришел к власти Александр III.
Николай II, 17-й год, как сейчас называют, Великий переворот, советская власть. И на протяжении всех этих лет Яковлев служил честно. Честно для своего своё народа. Дело, да, делал свое дело. То есть как бы власть ему никакая не мешала. Но при этом при любой власти ему было сложно. То есть при любой власти, да, и при царях, и после 17-го года. То есть сложно было. Ну, таким людям, как Яковлев, всегда сложно, наверное, в любое время. Много он видел, потому что дело было новое. Никто этого не делал среди чувашей. А в школе там учились не только чуваши. Это он просветитель народов Поволжья. Конечно, конечно. Там и казахи учились, и мордва, и, да, татары учились. Ну, там единицы, да. Он никогда не делал разницы. То есть для него было вот именно развитие образования инородцев, то есть инородческого образования. И ведь не случайно, если он только граничился чувашским народом, да, это показывает просто его мудрость, да, яковлевскую мудрость показывает. Правильно. И он ведь общался со многими уже другими педагогами, и с грузинами, с казахами, с мордвой, и по примеру его букварей создавались буквари у других народов, то есть постоянно велась переписка, постоянно связь, постоянно перенимали опыт друг у друга, это тоже было очень важно. Выезжал за границу. Конечно, уезжал за границу, там изучал опыт, вот, поэтому вот таким человеком он знал был. 7 языков, это очень много можно говорить о нем. Да, да. Вот яковлевские дни, говорим, что там происходит, какие проводятся мероприятия в яковлевские дни в апреле, или не только в апреле? Ну, обычно, конечно, к юбилейным событиям, мы очень тесно как бы взаимодействуем с Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономией, совместно проводим мероприятия. У нас всегда традиционно, вот я уже сказала, это встреча выпускников училища педагогического имени Яковлева, это всегда конференции. Вообще каждый год, независимо, юбилейный год или не юбилейный год, к нам приезжают учителя чувашского языка в музей. То есть бывает, что на базе нашего музея проходят круглые столы или те же самые конференции. Вот. А бывает просто приезды, знакомства с музеем. Это регулярно. Вот. Конечно, в свое время, когда у нас в нашем музее был филиал вот Ульяновского государственного университета имени Яковлева из Чебоксар. Был такой. Да, был такой. То есть там проходил учебный процесс. То есть тоже вот, как бы, вот все этот учебный процесс продолжался, когда существовал вот этот филиал. Когда при нашем педагогическом университете было отделение чувашской филологии, вот нашего Ульяновского, тоже то регулярные были мероприятия, когда студентам вот этого отделения были вручены студенческие билеты. Это тоже было традиционным таким событием. Вот. Ну а сейчас мы каждый год пытаемся придумать что-то интересное. Вот, кстати, тоже хочу сказать, также вот, по словам вот, директора нашего музея-заповедника, который говорит, что многие проекты, которые были осуществлялись при Яковлеве в школе, сейчас очень сложно или почти невозможно повторить. И действительно, это так. Дело сейчас я скажу. Интересно. Да, дело в том, что вот в 2018 году, это тоже был юбилей Яковлева, 170 лет, мы попытались реконструировать такое событие. В 1913 году в России были такие празднования, посвященные 300-летию царствования дома Романовых. И Симбирская чувашская школа как решила их отпраздновать? Решили поставить сцены из оперы «Жизнь за царя», или, как все знают, это Иван Сусанин, это опера Михаила Васильевича Глинки. Сцены из оперы. Силами учащихся преподавателей. Представляете, сцены из опер. Да, да. Какие вокальные партии, какой должен быть оркестр. Ну, к тому времени у Симбирской чувашской учительской школы уже был сводный симфонический оркестр. Но когда я об этом говорю, ну, подумаешь, ну, оркестр, ну, учащийся. Но ну давайте вспомним, это были крестьяне, крестьянские дети, которые приезжали еще даже не все хорошо владели русским языком, и в процессе обучения они его осваивали. Это нужно было все-таки быть грамотно музыкальными, нужно было научиться играть на музыкальных инструментах, а потом сцены нужно было поставить. Конечно, всю оперу невозможно было в то время тоже поставить, это сложно, но сцены из оперы были поставлены. Было несколько номеров. И как раз вот так праздновалось это мероприятие. Было два раза, когда проводился этот вечер, сначала для самих преподавателей, учащихся, а второй раз уже для приглашенных официальных лиц. И журналисты газеты «Симбирянин» в то время были просто поражены, писали хвалебные отзывы, потому что, говорили, уровень вокального исполнения был очень высокий. И вот как раз вот мы в 2018 году этот день решили реконструировать. То есть мы задействовали Ленинский мемориал. Это был камерный оркестр Ленинского мемориала.
Это были студенты и преподаватели музыкального училища имени Шадриной. Это был приглашенный студент Казанской консерватории, который исполнял арию Ивана Сусанина. В этой же постановке были задействованы актеры Ульяновского драматического театра, актеры молодежного театра и студенты актерского отделения Ульяновского государственного университета. Это было сделать очень легко. Это нужно все было выучить. Представляете, сколько мы задействовали? Было очень сложно. А это было все силами школы. Сегодняшние профессионалы они, консерватория. Совершенно верно. У них все для этого есть. А это, вы понимаете, вот мы когда едем, удивляешься. Да, вот это сохранилась эта фотография. Опять же, декорация, оформление сцены. Нужно было тоже все это сделать. И декорациями занимался тогда преподаватель Симбирской чувашской школы, преподаватель рисования Николай Федорович Некрасов. Да, у него было специальное образование, он был учеником известных художников Коровина, Серова. Вот, и обрамление сцены делал бывший выпускник, а потом преподаватель Константин Иванов. Понимаете, то есть вот какой уровень был. И вот мы уже в 21 веке это все попытались восстановить. Ну, говорю вам, признаюсь, это было трудно. Было очень сложно, было всех собрать, нужно нужно были репетиции. Но мы, конечно, горды, что такое мероприятие мы организовали, потому что все, конечно, были в восхищении, в восторге. Да. Хорошо, вот вернемся к сегодняшнему дню. Вот раньше проводились экскурсии школьников. Сейчас у нас проводятся вот эти, конечно, из школ, конечно. Там график есть какой-то, когда можно приехать, как можно приехать, как связаться с вами, ваш адрес, можно вот сейчас? Ну, конечно, это нужно просто позвонить по телефону 32-85-21, записаться, определить день, время, если это какая-то группа определенная. Экскурсии мы проводим абсолютно для любого возраста. Можно прийти в музей с семьей, пожалуйста, мы познакомим и с квартирой Ивана Яковлевича, и с экспозициями истории Симбирской Чувашской учительской школы. Можно это сделать любой день, но кроме понедельника, который у нас выходной, а так все дни мы работаем. Адрес: улица Воробьева, дом 12. Это адрес нашего музея. Вот поэтому всегда приходите, звоните. Экскурсии разнообразные, занятия разнообразные. И я думаю, что вот именно наш музей, может быть, еще отличается тем, что у него такая история богатая, у музея, у самой школы богатая история, поэтому можно вот и такие серьезные темы послушать, да, можно побывать в сказочном зеркале, это такое игровое пространство, где живет сказка, которая тоже у нас, вот эта экспозиция открылась в 2018 году к юбилею не случайно, потому что ученики и преподаватели Симбирской учительской школы, они собирали сказки, причем разные, чувашские, русские, татарские, пословицы, все это в архивах хранится, и книги выпускали. И поэтому, вот видите, вот эта сказка у нас тоже как бы таким окончательным завершающим этапом формирования музея стала. И все это можно посмотреть, поэтому приходите, звоните. И интересно, что можно еще услышать у нас разные рассказы и экскурсии на тему вот культуры народов Поволжья. То есть мы рассказываем и про чувашей, и про мордву, про татары, русских. То есть коренные нации, которые, в общем-то, живут у нас в Поволжье уже много веков вместе, не мешая друг другу, общаясь, дружат друг с другом. Все следует заветам Ивана Яковлевича Яковлева, он говорил. Какая разница, какой мы национальности. Конечно. Самое главное, что мы все люди, должны быть людьми. И все делаем добро. Конечно. Да. Вот, группы много приезжают? Сколько групп в год, например? Большие группы приезжали, я помню, из Башкирии, там, из Чувашии, я помню. Вот. Сейчас приезжают, наверное. Продолжают, но немножечко, может быть, пандемия тут вот внесла какие-то свои, в общем-то, регулярно. Есть группы, которые регулярно приезжают, например, из Чебоксара, из Чувашии, то есть обычно вот в весеннее время, в летнее время вывозят. Разные, в общем, разные группы совершенно, и разных национальностей, в общем, интерес к Якову всегда там есть. Нет грани там национальности, я же сказал, там много национальностей учились, тем более. Конечно. Вот недавно поставили памятник букве, чувашской букве О, это краткое гласное у нас, не А, а О. Как это происходило? Ну, это инициатива Ульяновской областной чувашской национальной автономии, конечно, вот установить такой памятник. Выбрали вот территорию комплекса Симбирской чувашской учительской школы. Это мероприятие состоялось 21 мая открытия, что было несколько проектов памятника чувашскому алфавиту. Ну, в итоге был выбран памятник известного скульптора, художника. Это Виктор Глебович Егоров, он еще и преподаватель сейчас Суворовского училища. Вот. И этот проект был установлен на территории школы. Очень, в общем-то, хорошо смотрится на нашей территории. Да. Mm-hmm. И кроме этого, то, что вот
такое открытие было. На открытие приезжали официальные лица. Это глава Чувашской республики. И встречался с нашим губернатором. Вот, посетили музей. То большое есть, событие было. Да, и, конечно же, наш губернатор тоже открыл для себя и наш музей, и, в общем-то, личность Ивана Яковлевича Яковлева. Вот поэтому думаю, что он оценил тоже его деятельность и понял, что у нас в Ульяновске есть такое замечательное место, которым тоже наш город может гордиться. Я тоже всегда об этом говорю. Туристы, которые приезжают в наш город, обычно знают, что это город родина Ленина, это Гончаров, Языков, Карамзин, но мы еще говорим, что наш город может гордиться вот таким земляком, как Иван Яковлевич Яковлев, и тоже все посетители нашего музея, вот именно туристы, теплоходные группы, тоже для себя открывают эту личность, это имя, и тоже он вызывает у них очень восхищение, конечно, уважение. Ну, конечно, там есть что посмотреть. Да. У меня вот еще один вопрос. У меня часто спрашивают простые люди, ну, внуки, правнуки тех, кто учился в этой школе, Яковлевской школе, можно ли сюда принести лишние вещи своих дедов или прадедов? Ну, конечно, если у вас есть какие-то интересные вот, предметы, которыми когда-то вы пользовались, и которые, наверное, заслуживают интереса, то вы приносите, пусть они приносят, а мы будем их отсматривать. То есть у нас есть специальные люди, это специалисты фондов, где вот как раз вот все эти предметы хранятся, и там правильный температурный режим, и влажность, и будем оценивать и принимать, если он представляет какой-то интерес. Вот, а можем даже оставлять у себя в музее очень многие, потому что очень интересно, когда мы рассказываем на занятиях о прошлой жизни, о быте, то эти предметы даже можно будет потрогать в руках и ощутить их, почувствовать. Это тоже очень важно, поэтому приносите, мы всегда будем очень рады. Они будут храниться там? Или где они? Ну, они могут храниться и в нашем музее, если они связаны как бы с темой нашего музея, а могут в специальном вот, отведенном месте, это фонды. Вот, и эти такие предметы могут выставляться на выставке, показываться, то есть это очень важно, и они вас, во-первых, останутся в хорошей сохранности. Даже специальное место фонды. То есть это не то, что они будут закрыты, их никто никогда не увидит. Они просто там будут храниться в тех самых условиях, которые для них необходимы. Там даже определенные условия нужны. Конечно, там влажность, температура. Да. Там за этим очень следят. Поэтому будем рассматривать, приносить. И пусть приносят, и мы будем смотреть. Вам пускай звонят или пускай приходят. Ну и в музей пусть приходят. Могут по телефону звонить. То есть мы сначала договоримся, там встреча. А может быть, они сразу в фонды могут пойти. Вот в фонд музей-заповедник, мы адрес скажем, они туда принесут эти самые вещи, предметы. Поэтому, пожалуйста, да. Так вот, на этом, наверное, будем заканчивать. Что у вас еще можно сказать осталось? Ну, вот я думаю, давайте вот вернемся. У нас вот, планы. На следующий год вы сказали юбилей. Что у нас будет проводиться? Ну, во-первых, мы хотим тоже открыть такую выставку. Я не буду пока раскрывать все. У нас так вот случайно оказались как бы в пользовании документы, которые не все видели, архивные документы, старинные документы, связанные с деятельностью Яковлева. И вот мы их представим на этой выставке, это тоже будет выставка очередная. А потом в планах вот нашего директора музея-заповедника Ирины Геннадьевны Котовой есть такая вот неплохая идея. Очень хотелось бы установить сад. Сад на территории Симбирской Чувашской школы. Яблоневый сад, который был. Это было, конечно, бы чудесно, потому что представьте, если вот восстановить сад, а если он весной еще будет цвести, это будет очень красиво, а при Яковлеве на территории были такие сады. С помощью Чувашского общества, наверное. Конечно, это только все совместно, все совместно. Вот, ну, по крайней мере, одна из таких идей интересных мы хотим. Ну и будем, наверное, продолжать разные какие творческие проекты, как вот, например, у нас был, тоже, вот, может быть, не сказали, в 2018 году был замечательный конкурс «Впечатление». Это конкурс детского рисунка. От 6 до 16 лет участвовали у нас ребята художественных школ. Каких-то... А, Никос приезжал, да? Да, когда приезжал Никос Сафронов. Но он сначала приезжал со своей выставкой, с репродукцией, правда, выставка репродукции его была. А потом вот уже в продолжение этой встречи решили провести такой конкурс. И он был председателем жюри конкурса. В наш музей приходили ребята разного возраста, впечатлялись атмосферой нашего музея, потому что музей большой, тем очень много. И все это отображали в своих рисунках. А потом же по итогам вот было. Спасибо, Нина Владимировна. Нам есть о чем поговорить. Время прошло очень быстро. Спасибо вам за интересный разговор, за интересную беседу. На этом мы заканчиваем свою передачу. Ее вел Николай Ларионов. До следующей встречи. We'll be right back.